Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОГЭ, информатика и пятое задание из нового варианта тренажера ОГЭ информатик под редакцией Минака. У исполнителя Марс две команды, которые присвоены номера. Первая команда прибав 1, вторая умножена К. При этом известно, что К натуральное число больше или равно 2. Выполняя первую из них, Марс увеличивает число на экране на единицу, а выполняя вторую, умножает это число на k. Программа для исполнителя Марс – это последовательность номеров команд. Известно, что программа 1111211 переводит число 64 в число 203. Определите значение k. Для этого давайте мы напишем число 64 и команды 1, 1, 1, 2. То, что мы должны найти число К, это команда 2, и оно встречается у нас один раз. 1, 1, и получаем число 203. Но мы с вами знаем, что команда 1, это нужно прибавить 2. Было 64, выполнили команду 1, получилось 65. Дальше еще раз идет команда 1, получаем 66. Еще раз команда 1, получаем 67. Дальше у нас команда 2, которую мы должны найти. Но в итоге мы должны получить число 203. Но до 203 у нас идет два раза команда 1, а это прибав 1. Поэтому для того, чтобы стало 203, прибавили 1, значит до него стояла цифра 200, число 202. А здесь число 201, мы вычитаем по одному. Получается 67, 201. На какое же число надо умножить 67, чтобы получить 201? Для этого мы 201 делим на 67. Получаем это 3. По условию мы с вами сейчас определили число k, это равно 3. При этом k у нас больше или равно 2. То есть 3 у нас больше 2. Все условия выполняются, и в ответе пишем 3. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте нажать на колокольчик, и до новых встреч!